Приветствую всех. Сегодня обзор будет 23 мая в Леруа Мерлен, Самара. Перед вами биг-лип венозный, очень красивый. А вот а-ля легато. Но это фаленопсис спарк. Очень достойный экземплярчик. Хорошо понимаю. Вживую очень красивый цвет. Субстракт кокосовый, очень влагоемкий. Но фаленопсис просто прекрасный. Перламутровые. Это опять биг-лип венозные. Там два экземплярчика было, но он очень часто встречается. Практически легато. Нужно брать. Такие экземпляры редкость попадаются. Это орхидея экспрессия, похоже. Похоже, а вот это вот персик. Ну, конечно, не знаю. Не уверена, что это персик, но орхидея очень красивая. А вот это вроде спаркс, но не спаркс. Почему-то губа у нее очень отличается от второго экземпляра, который был предыдущий. Корневая тоже прекрасная. Тоже она легат. Нарбон похож. Но я не очень сильно разбираюсь сорта. Надменку очень мало привозят интересные сорта. В основном в Космопорт Самар привозят, в Леруа. Очень редкие сорта бывают, попадаются. Розовый дракон. Не берут почему-то эту орхидею. Очень интересно. Ну, это мелофлора, голдион, венозник. Венозник тоже не пользуется спросом.